Областная дума сегодня рассмотрела проект регионального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Ранее документ прошел публичные слушания. Руководители думских фракций обсудили его с главой региона Сергеем Митиным и первым заместителем губернатора Вероникой Мининой. Депутаты получили ответы на все поставленные вопросы. И эта работа дала результат. Бюджет принят в первом чтении. За это проголосовали 24 депутата из 31 присутствующего на заседании. 6 были против, представители фракции КПРФ и ЛДПР, 1 воздержался. Согласно представленному на заседании документу, в 2017-м расходы бюджета равны доходам. Это позволит сохранить объем государственного долга области на одном уровне. Предполагается исполнение 29 государственных программ по 4 стратегическим направлениям. Развитие социальной сферы, развитие экономики, развитие жилищно-коммунальной сферы, дорог. Дорожной и транспортной инфраструктуры и государственное управление. На их реализацию запланировано 93% от всех расходов. Прогнозируемый объем инвестиций составит не менее 76 миллиардов рублей. Более подробно об этом в наших вечерних выпусках.